Ростов Великий. Древний в данном случае необычное проходное слово, некий дежурный эпитет. Этот город впервые упоминается в письменных источниках наряду с первым упоминанием русской земли вообще. Центр северо-восточной Руси при Святом Владимире – один из основных центров, откуда распространялось по земле русской христианство, а следовательно и просвещение. Об этом мы обязательно поговорим как-нибудь, может быть, еще, даст Бог, побываем здесь. Но сегодня мы продолжаем наш рассказ о деятелях русского просвещения 18 столетия. Ростовская кафедра, одна из почетных, древнейших кафедр русской церкви, занималась архиереями и просвещенными, и святыми. Но, пожалуй, особое место занимает в ее истории святитель Дмитрий Ростовский, оказавший влияние не только на развитие школьного образования в России, где он был одним из пионеров, одним из первопроходцев этого образования, но и оказавший своими творениями огромное нравственное влияние на характер русского народа. Жил святитель Дмитрий, бытность свою в Ростове, в архиерейском доме, который с 19 века стали называть Кремлем, а так, конечно, это резиденция архиерея. Встречали же его здесь, встречали знаменитого проповедника, прожившего достаточно бурную, наполненную событиями, трудами и подвигами. Жизнь встречали у московской заставы, потому что ехал он из Москвы, на берегу озера Нера, которое во времена святого Владимира было купелью крещения для жителей ростовской земли. Встречали у Спаса Яковлевского монастыря. У нас есть очень много причин для того, чтобы свой рассказ о святителе Дмитрии представить именно там, в стенах этой древней обители. Спаса Яковлевский, Дмитриев монастырь, так называется эта обитель. Ее название для нас, что-то вроде исторического шифра, который поможет нам проследить историю становления этой обители, опять же, в контексте истории святителя Дмитрия Ростовского, который был с ней непосредственным образом связан. Дело в том, что первоначально здесь находился Спасский монастырь, но о его истории немного позднее. Что касается Яковлевского, его основание связано с именем святого ростовского епископа Иакова, который подвязался здесь, в Ростове, некоторое время занимал кафедру первой половине 14-го столетия. Житие его не содержит подробных биографических данных, но, тем не менее, известно, что он обличил здесь некоего Маркиона, еретика, который отрицал Святую Троицу и отвергал почитание икон. 14 век, время смутное, появляются первые ереси, в частности, в Новгороде и в Пскове, это ересь стрегольников. Здесь тоже вот такой радикальный еретик, который, кстати сказать, оказывал определенное влияние на здешних жителей. Вот святитель его переспорил. А оставил он кафедру и поселился здесь, близ уже существовавшего Спасского монастыря, основал свою обитель. Вот в связи с какой историей. Он решил однажды прибегнуть к праву печалования, ходатайство за осужденных, которое в древности признавалось за российскими святителями, за нашими архипастырями. Даже если человек был виноват, архиерей мог просить помиловать или как-то смягчить наказание, облегчить его участь. Некая женщина совершила преступление, вероятно, оскорбившее жителей ростовской земли. Вот когда святитель вымолил ей прощение, жители были недовольны своим епископом. Надо сказать, что в древности ростовские жители отличались неким своенравием. Ладно, язычники, которые изгоняют первых епископов, греков Федора и Илариона, понятно, противодействуют проповеди нового учения. Затем убивают святителя Леонтия, первого ростовского чудотворца. Епископ Исаия, святитель ростовский, не может здесь находиться в своем кафедральном городе и проповедует христианство в Ростово-Суздальской земле, кроме самого Ростова. В XII веке изгнан епископ Нестор, который пытался привести здешнюю практику постов
существовавшей в то время современной греческой практикой. Его не поняли, ну, для этого были объективные причины, тем не менее выгнали, да еще при содействии князя. И вот такой случай, когда архиерей тоже не может управлять паствой. Ну, надо сказать, что последующее поколение, когда Господь прославил святителя Иакова и чудесами, и когда он был канонизирован, ежегодно совершали суда из Успенского собора, такой вот покаянный крестный ход. Спасо-Преображенский монастырь. Сейчас мы поговорим о его истории. Что касается Дмитриевского, обитель связана непосредственно с именем святителя Дмитрия Ростовского, нашего великого просветителя. Его святые мощи почивают здесь, поэтому и о его жизни, и о его деятельности говорить здесь особенно уместно. Спасо-Преображенский монастырь, основанный в XIII веке, в Ростове был гораздо более знаменитым и даже более богатым, более обеспеченным, нежели Яковлевская обитель, которая была основана, ну, где-то на столетие позже. Но со временем положение переменилось, поскольку в Яковлевском монастыре были открыты мощи при канонизации святителя Дмитрия Ростовского, и, конечно, туда направился основной приток богомольцев. Ну, а эта обитель как-то оказалась на втором плане, но, по счастью, в период кризиса, в период секуляризации монастырских земель, когда массово закрывались монастыри, особенно небольшие обители, вот как-то эта судьба Спасо-Преображенский монастырь миновала. В 1765 году его просто лишили самостоятельности и приписали к Спасо-Яковлевскому, тогда просто Яковлевскому монастырю. Этот монастырь, который именовался обителью Спаса на Песках, еще назывался монастырем Княгининым. А почему, сейчас узнаем. Он был основан княгиней Марии. Там действительно Карамзин прав. Мы немножечко ленивы и нелюбопытны. Он, правда, говорил категоричнее, просто ленивы и нелюбопытны. Но я думаю, что не только это можно принять в порядке самокритики. У нас очень богатая история. И мы можем себе позволить о каких-то именах не помнить, о каких-то именах не знать вовсе. Вот, например, защитник ростовской земли князь Василько Василий Константинович, командовавший ростовской ратью в печально известной битве на реке Сити в марте 1238 года. Тяжело раненым, попал в плен, предстал перед Батыем. Тот предложил ему перейти на службу к хану. Василько отказался, и Батый велел умучить святого князя. Вот княгиня Мария, это его супруга, с момента битвы на Сити вдова, она должна была по всем правилам того времени принять постриг над гробом мужа. Тело князя тем более доставили в Ростов и похоронили в Успенском соборе. Прямо на 40-й день принять иночество, уйти от всего. Но она была женщиной непокоренной. Она не могла оставить ростовскую землю и вступила в управление ростовским княжеством. Управляла с помощью епископа Кирилла, выдающегося иерарха русской церкви того времени, и была опекуншей своих сыновей, которых звали очень символично Борис и Глеб. Она потеряла отца. Отцом ее был великий князь Михаил Черниговский, прославленный церковью в лике святых, умерщвленный в Орде в 1246 году за отказ поклониться идолам. И она могла призывать русских людей к сопротивлению. Она не позволила заглохнуть ростовскому летописанию. Возможно, летопись велась именно здесь, в Княгинином монастыре. Возможно, она была автором своеобразных статей, некрологов, посвященных памяти русских князей, погибших в неравной борьбе с завоевателями. Вот такая удивительная женщина, она была похоронена здесь. Но не в этом самом храме, он, как мы знаем, построен гораздо позже. На этом месте был деревянный храм, а еще раньше, во времена княгини Марии, белокаменная церковь, возведенная в последней четверти 13-го столетия. Вот рассказывают, что в 19 веке случайно обнаружили ее погребение, тело ее
лежало нетленным, и вспоминали очевидцы такую удивительную деталь: нетленными остались одежды, в том числе и ярко-красные софьяновые сапожки. Архитектурный ансамбль Спаса Яковлевского монастыря решен следующим образом. В прямоугольнике монастырской ограды с башенками по углам, с парадными воротами, в одну линию стоят три храма. Роскошный храм святителя Дмитрия Ростовского, немножко на заднем плане трехъярусная колокольня, и дальше то ли два храма, то ли один. Один словно бы вырастает из другого. Это храм зачатия праведной Анны, когда зачат Пресвятую Богородицу, зачатьевский собор, который помнит святителя Дмитрия Ростовского, и примыкает к нему Яковлевская церковь, построенная на средства известной графини Анны Орловой-Чесменской. А Зачатьевский собор построен знаменитым тоже ростовским митрополитом Ионой Сысоевичем в последней четверти 17-го столетия. Вот это, пожалуй, единственная постройка, сохранившаяся от времен святителя Дмитрия Ростовского. В этом храме он, несомненно, бывал. И, в общем-то, это, наверное, первая церковь в Ростове Великом, под своды которой он ступил и изрек некое слово, которое потом оказалось праведческим. Ну, а вообще, во времена святителя Дмитрия каменный собор, деревянные каменные изредка кельи, хозяйственные постройки, обнесенные деревянной оградой. В марте 1702 года святитель Дмитрий прибыл в Ростов Великий. Это была вторая седмица Великого Поста, первый храм, где он побывал, который посетил как новый архипастырь, это вот как раз Зачатьевский собор Спаса Яковлевского монастыря. По обычаю, встреченный священником, который поднес ему крест для целования, он прошел в храм, прошел царскими вратами в алтарь, приложился к престолу, ну а потом указал на одно место в храме и, немножко перефразируя слова из псалма, слова царя и пророка Давида, сказал: «Се покой мой, здесь вселюся во веки веков». То есть сразу же указал место своего будущего погребения. Как-то все это было необычно, кого-то поразило, но кто-то, в общем-то, не обратил на это внимания. В общем-то, архиерей был человек не старый, и так вдруг первый раз зашел в храм, определил. В общем, все так оно и на самом деле получилось. Он хотел быть погребенным здесь, в Зачатьевском соборе, в Яковлевском монастыре, вероятно, потому что святитель Иаков как-то был ему особенно близок ввиду своего нестяжания, ввиду своего стояния за правду, ввиду того, что заступался он за бедных и несчастных людей. Последние дни земной жизни святителя, ну, в общем-то, как и последние дни земной жизни каждого человека, они показательны. Вот для него это такой был итог. Он осознавал, что уходит из жизни, потому что очень давно уже жаловался на здоровье в письмах своим друзьям, говорил о том, что климат этот ему не подходит, что вода как-то дурно на него влияет, здешняя. Но вообще он был уже тяжело болен. Вот последнюю литургию он совершал 26 октября, если перевести на принятый сейчас календарный стиль, это 8 ноября, день памяти его небесного покровителя, день ангела, святого великомученика Дмитрия Солунского. По завершении литургии он, как именинник, устроил праздничный обед, где были приглашенные, но как-то чувствовалось, что он уже прощается с этой жизнью, потому что сам он ничего не вкушал. На следующий день его уговаривали посетить монахиню, духовную черь, которую он и постригал, он отправился к ней, а вечером позвал к себе певчих и попросил их петь те песнопения, которые сам написал, в которых, в общем-то, выразил какие-то свои сокровенные мысли и чувства. «Иисусе мой прелюбезный, в Бозе надежду мою полагаю, Ты мой Бог, Иисусе, Ты мое веселье». И когда певчие закончили, он всех отпустил, кроме Савы Яковлева, который помогал ему в переписывании рукописей. И
И вот он стал рассказывать ему о своем детстве, проведенном на Украине, каких-то очень дорогих вещах, делился самыми сокровенными воспоминаниями, потом закончил говорить и поклонился этому человеку. Сава заплакал, потому что он понял, что это прощание навсегда. И утром святители обнаружили в келье мертвым, но стоящим на молитве. На коленях он умер перед своими келейными иконами, которые одни были свидетелями его сокровенных молитвенных подвигов. Похороны состоялись через месяц. Все это время гроб с телом архиерея стоял в его домовой церкви. Это церковь Спаса на Синях, домовая церковь ростовских митрополитов в так называемом Кремле, в архиерейском доме. И при этом тело не обнаруживало никаких признаков тления. Почему так долго? Ну, во-первых, не могли решиться похоронить его именно здесь. Хотя было завещание, завещание удивительное, в котором он объяснял, почему так мало денег осталось после него, совсем немножко, символической суммы. Он говорил, что он монах, что он давно отрекся от каких-то земных привязанностей, что Богу будет приятнее, если он придет к нему нестяжательным человеком, нежели человеком, который там раздал какие-то поминки, как говорили, да, то есть какие-то средства напоминания души, что монаху приличнее идти. Так и в конце пишет, что просит в угле церковном, то есть где-то вот в определенном месте вот этого храма, похоронить его. А ждали митрополита Стефана Еворского, экзарха и местоблюстителя патриаршего престола со святителем Димитрием. Они дали друг другу слово, что тот, кто останется, отпоет того, кто уйдет в вечность раньше. И вот он приехал и решил вопрос с местом погребения своего друга. Сегодня Сочатевский собор, самая древняя из сохранившихся построек монастыря, одет в леса, идет реставрация, и воскрешаются замечательные, типичные ростовские фрески времен митрополита Ионы Сысоевича, создателя ростовского Кремля. И мы с вами сейчас идем к тому месту, где был погребен святитель Димитрий, к тому самому углу церковному. В 1752 году при ростовском митрополите Арсении Мациевиче, прославленном ныне в сонме мучеников, пострадавших во времена императрицы Екатерины II, но это отдельная история, мы о ней когда-нибудь поговорим. Пострадал он как защитник церковных имений, кстати. Здесь, вот в этой части храма, провалился пол. И в результате вот каких-то работ ремонтных был обнаружен гроб святителя Димитрия и его нетленные мощи. Не сохранились рукописи, которые были положены по его завещанию ему под возглавие. Даже в вечности он не хотел расставаться со своими трудами. По донесению святителя Арсения Мациевича, по исследованию многочисленных свидетельств о чудесах, совершавшихся у гроба святителя Димитрия, 22 апреля 1757 года Синод принимает решение о прославлении митрополита Димитрия в лике святых. Вот место, где он был погребен, очень много содействовало его прославлению императрица Елизавета Петровна, но, во всяком случае, проявляла какие-то благоговейные чувства к святителю, но на прославление, на открытие его мощей она так и не успела приехать. Она умерла в 1761 году, была императрицей Екатерины II. Большие торжества в 1763. А теперь вернемся к истокам жития святителя Димитрия Ростовского. Интерьер Яковлевского храма после восстановления решен в довольно строгом ключе. Иконостас с иконами в древнерусском стиле. Надгробие, указывающее место, где под спудом почивают мощи основателя обители, святителя Якова Ростовского. Сень над ракой с частицей мощей преподобного Авраамия, проповедника христианства, сокрушившего идола
Виллиса, основателя старейшего в северо-восточной Руси Авраамиева Богоявленского монастыря, который находится здесь же, в Ростове, тоже на берегу озера Нера. Особое место в соборе ростовских святых занимает святитель Димитрий. Родился он в 1651 году в семье Саввы Григорьевича Туптала и его супруги Марии Михайловны, людей очень благочестивых. Савва Туптала был сподвижником Богдана Хмельницкого, принадлежал он к числу так называемых реестровых казаков. Это те казаки, которые находились в свое время официально на службе у польской короны. Был сотником Макаровой сотни Киевского полка. Потом семья перебирается в Киев. Отроком будущего святителя Димитрия отдают в Киево-Могилянскую академию. Но вот здесь мнения исследователей расходятся, удалось ему там доучиться или нет, потому что время Малороссии было очень смутное. Это так называемая руина, эпоха руин, гражданская война, которая продолжалась почти 30 лет. Противоборствовали сторонники трех направлений, трех ориентаций, трех политических партий. Те, кто был сориентирован на Москву, это люди, которые стремились к воссоединению с православным государством. Это сторонники, как ни странно, турецкой ориентации, которые говорили, ну а что, православные живут под властью султана и ничего. Вот, например, Константинопольский патриарх и другие восточные. А попадем под Москву, под жесткую власть, ну скажем, там патриарха Иоакима, да, а еще помнили и Никона, у которого бояре уровня министров современных сидели в холодных сенях и ждали, пока великий господин и отец соизволит их принять. Они этого не хотели. И была традиционная пропольская партия. Вот семья Туптала и в отроческие, и отчасти в молодые годы будущий святитель Димитрий, они принадлежали вот к этой самой традиционной пропольской партии, ну как бы то ни было, как бы трудно, тяжело, какое бы давление не испытывали православные со стороны иноверных правителей, но все-таки уже привыкли, и нет вот этого жесткого московского централизма и такого подозрительной такой ориентации на турецкого султана. Ну вот странно, казалось бы, семья сподвижника Богдана Хмельницкого и такая пропольская ориентация. Ничего странного, в перипетиях борьбы долгой междоусобицы многое менялось. Те, кто начинал с Богданом, считали, что московское правительство ведет себя недолжным образом. Были какие-то разочарования в этой позиции. К тому же блистательная польская культура, эпоха барокко, все это притягивало, зачаровывало. Но до тех пор, пока будущий святитель не столкнулся с такой вот агрессивной католической пропагандой. На 17-м году отроду он принял монашество, подвязался в знаменитом древнем Кирилловском монастыре в Киеве. И вот однажды отправился он на богомолье в Литву, провел там довольно много времени. Он хотел поклониться Остробрамской иконе Божьей Матери, которую почитают и православные, и католики до сего дня. И вот там он столкнулся с эдаким душехватством, как говорили тогда в Малороссии, да, вот когда иезуиты выхватывали буквально православных, пытались их обратить в латинство. И вот с тех пор как-то эта симпатия прошла, и он переориентировался на Москву. О том, что произошло с ним здесь, в Великороссии, период, определенный до его прибытия в Москву, мы поговорим, наверное, уже в следующий раз.